Виталий пришел в МФЦ, чтобы зарегистрировать свой бизнес. Он уже давно мечтает заняться грузоперевозками. Мужчина уверен, сотрудники многофункционального центра именно те люди, которые могут оказать грамотную и высококвалифицированную помощь. МФЦ уже работает давно, мы знаем это, пользовались уже неоднократно по всем услугам. Я думаю, на сегодняшний момент здесь как раз-таки это сделать удобнее всего. Представлением комплексной услуги «Бизнес под ключ» сотрудники МФЦ на Московском шоссе начали заниматься в сентябре. Пока в тестовом режиме. Начиная с декабря ее будут внедрять во всех многофункциональных центрах Самары. У нас такая организованная услуга «Бизнес под ключ». Ну, соответственно, там есть такие мероприятия, как регистрация предприятия, это то, что налоговая служба предоставляет. И, соответственно, при регистрации предприятия любой формы собственности, если вы идете в МФЦ, то эта вам услуга получается бесплатно. Почему? Потому что наши сотрудники переводят в электронный вид все документы, необходимые для регистрации предприятия. Кроме того, предприниматели могут получить помощь при оформлении и подготовке документов, открыть счет в крупных банках и даже снять офис. Опытные специалисты помогут решить проблемы грамотно и максимально в короткие сроки. Бизнесменам не придется проводить много времени в МФЦ, ведь в каждом из отделений для них работают специальные окна, в которые можно попасть без очереди. Продукт абсолютно уникальный. Он, безусловно, будет полезен и востребован для тех, кто только желает открыть свой бизнес, но не менее он будет интересен и для тех, кто уже находится в бизнесе, кто выбрал это частью своей жизни и профессии. По словам руководителя профильного департамента, эту программу будут внедрять не только в МФЦ. В середине декабря в бизнес-инкубаторе откроют центр «Мой бизнес». Там будут предоставлять услуги будущим и действующим предпринимателям. Их будут консультировать опытные специалисты. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.